вон аэродром. Нам надо сходить туда посмотреть. Потом вон там подальше те заброшенные здания должны быть. И что-то вон в той стороне еще. Ты готов? По паханному полю напрямую. Будет сложно? Да нет. Дождей же не было. А, ну тогда ладно. Ну все, пойдем. Первый поле мы прошли. Это второе поле. Да, здание вон этого аэродрома осталось чуть-чуть. По новостям Владимир давным-давно показывали такие грандиозные планы. Тут чуть ли уже не Боинги должны садиться были. Но как вы видите, пока здесь русское поле экспериментов. В Добрынском все спокойно. Это пока. Через пару лет жители села будут поднимать головы вверх, провожая взглядом самолеты. Тогда по плану аэродром Добрынский обретет новую жизнь. Вчера об этом официально заявил Белый дом. И уже к концу этого года скудные имущества аэродрома и земельные участки передадут в областную собственность. Деньги на строительство выделят Москва и частные инвесторы. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, места стоянки воздушных судов, перронов, светосигнальных оборудование, ну и объекты, одним словом, аэродромного хозяйства. Аэропортовый комплекс Добрынский сможет принимать суда 2-3 класса. Это машины с взлетной массой в 75 тонн. Пропускная способность аэровокзала составит 200 человек в час и 320 тысяч тонн груза в год. Также в комплекс войдет и гостиница на 40 номеров. В селе Добрынское и поселке Сокол, что в нескольких километрах от аэродрома, мнения разделились. Вроде как аэропорт для области – дело нужное. В то же время бремя шумного соседства ляжет на барабанные перепонки местных жителей. Вы понимаете, вот сидишь дома, и над тобой пролетает вертолет. А здесь будут вот самолеты, пускай я не знаю, какие-нибудь, пассажирские, грузовые, но они так и гул. И, во-первых, атмосфера будет другая. И вообще здесь наши поля-то все погибнут. Нас этот гул нисколько не смущает. Во-первых, будут рабочие места. Во-первых, во-вторых, автобус, который из города ходит у нас очень редко, будет почаще, может быть, проезд будет подешевле. Вот. Очень много. Построят гостиницы, построят освещение. Как реконструкция аэродрома скажется на близлежащих населенных пунктах, в Белом доме пока не говорят. Рассуждать о каком-то развитии инфраструктуры тоже еще рано. Проект аэровокзала и генеральный план будут обсуждаться только в 2013-м. Не все ясно и с рабочими местами. Возможно, местные жители смогут устроиться в аэропорт только дворником или уборщицей. К тому же не все понятно с вопросом безопасности. Ведь самые рискованные при перелетах – это взлет и посадка воздушного судна. В Харькове перед чемпионатом мира построили аэродром, может, видели ситуацию по телевизору, и как раз рядом населенный пункт. Что получилось? Не учили, приказали потом жителям на каждом доме ставить за свой счет фонари, чтобы, когда самолеты заходят на посадку, они видели эти жилые дома. Единственный очевидный плюс – строительство аэровокзала Добрынское должно решить транспортную проблему. Так или иначе, но дорожникам придется расширять трассу Боголюбова, что не может не радовать автолюбителей. Александр Симкин, Олег Егоров, Владимир Сегодня. Смотрите, если, конечно, будет видно, до тех развалин он нам предлагает вон туда, вот так, буквой ЗЮ пройти. Можно, конечно, срезать. На аэродром мы решили пока не ходить, потому что там здание чувствуется закрыто. Отсюда видно, что есть стекла. Я не думаю, что мы попадем вовнутрь, но мы пойдем вот так и заглянем в него. Вон там тоже какое-то красное здание стоит небольшое. То ли трансформатор, то ли что, я не знаю. Но это не то, что мы с тобой хотели посмотреть. Но за ним, вот тут в лесу тоже, что-то должно стоять. Это вот показывает нам Google, что там есть какие-то квадратные места. Ну что, пойдем вот так, а потом туда? Или пойдем так? Или там кругами не ходить. Мы можем выйти в деревню, либо выйти так. Надо решить, как мы пойдем.
Ладно, решим по ходу. Пошли. Хайвей. Двухстороннее движение. Одна туда, другая туда. Без семи дороги. Это, наверное, вот ангары уже так рухнули. Это мое предположение. Где стояли самолеты. Уже было для маленьких самолетов взлетная полоса. Вот сейчас мы это проверим, так это или нет. Но, возможно, я ошибаюсь. Я предполагаю, что вот это уже похоже на взлетную полосу. Потому что на карте она как раз заявлена вот здесь. И если смотреть относительно вон этой, как ее назвать? Постройки. Пушка управления полетами или что, то оно там. И как раз, мне кажется, отсюда они. Но это не точно. Здесь уже все заросло. Мы ожидали увидеть тут хотя бы взлетную полосу из асфальта, из старого. А тут просто щебенка. Кто его знает? Видите фонари? Может, когда-то здесь что-то было. Вон, они идут оттуда и до самой постройки. Всего скорее, судя по наклону, может, полоса была вот здесь, но тут, сами видите, мой рост, трава. Я не знаю, что здесь может быть. Интересно получается. Смотри. Вот эти. Я реально тебе говорю, я думал, тут дорога. На самом деле, если посмотреть на сам фонарь, то его состояние оставляет желать лучше. Ну слушай, ну ты фонарь снял? Только на увеличение сними. Это да. Похоже, тут Советского Союза ничего не было. Я рассчитывал как минимум тут увидеть что-то, а здесь просто разрушенный дом. Видно его? Угу. Ну, в него мы не полезем. Нам надо возвращаться на ту дорогу. Сейчас мы подойдем по-быстрому туда. Но мы посмотрели. Мы не успеваем тогда на обратную электричку. Тоже тут все заросло. Вон какая-то щебенка. Поэтому сейчас пойдем к ней. О, смотри. Ебать. Хорошо, я вовремя тормознулся. Вот сейчас я бы улетел-то. Было бы четко. Ага, плита-то потихонечку, смотри. Территория из плит. Вот она. Я ж тебе говорил. Смотри, как близко это все. Угу. На карте кажется капец. Блин. Да. Километров 5 бежать друг к другу. Да, да, да. А тут на деле оно все чуть ли не пахнуло. В общем, вот и дорога. Обещаю. Нормальная. Ну хотя бы здесь дорога. Да. Ну пойдем смотреть. Но это явно не бункер. Вот здесь вся территория из плит. Это я так опаньки. Тут, ребяточки, какой-то бомжатник. Ну, здесь
Ну вот, тебе на. Интеллектуально. Да ничего интересного. Да. Слушай, ну да. Все скорее это был ангар для самолета. Но я не уверен. Иди сюда. Да, это ангар. Здесь вот даже инструкции есть. Представляешь, когда-то тут стояли самолеты. Вот так вот. Что-то там нашел. Перышко. Как всегда, все разворовано, все разбито. Ничего тут такого нет, куртейка чья-то. Ну а так, конечно, круто тут, наверное, было, когда самолеты стояли. О, тут здоровое помещение. Ну, как бы, сами видите, ничего здесь нет уже. Только дырки в полу и старый линолеум. Смотрите, все, ну вот назад он уже не закрывается. Что там? Есть что стоящее? Только вон та фигня прямо перед дверью, которая на тебя может попасть. Кому ты бы надо? А, да это, блядь, коллекторы звонят, но не мне. Поэтому пошли нахрен. Ищите того идиота. Он там торчит на 3000 рублей. Осторожно, тут гвозди. Да. Открывай, что там. Тут вообще ничего не осталось, да. Тут даже полы разобрали. Все, мягко говоря, с коммунистами. Да. Обама все украл. Снова проклятые американцы. Трамп, Обама, Хиллари Клинтон. Все украли. Ой, никуда от них не деться. Они повсюду. Ну, я думаю, на этом здесь больше снимать-то особо и нечего. Вон ту каморку я не проверил. Это парадный вход, проходная. Ду-дум. Ну это вон, я так тоже понимаю, тут гаражи, все дела. Но туда мы не полезем, потому что и так видно, что там смотреть нечего. Да, ты прав. Поэтому мы
возвращаемся домой. Сейчас видно, грубо говоря, у нас сейчас 15 минут. И это за 5 минут будет точка, если она 15:20. Успеем. Мы это сделали. Да.